В истории истребительной авиации этот самолет занял особое место. Его хвалили и ругали, на нем воевали, гибли и побеждали. Ему не хватало скорости и маневра, но в умелых руках он был серьезным бойцом. Истребитель Лавочкина, Горбунова и Гудкова «ЛАГ-1» в фильме «Оружие». В середине 30-х годов Советский Союз занимал лидирующие позиции в области развития истребительной авиации. Военно-воздушные силы рабоче-крестьянской Красной Армии были оснащены маневренными бипланами И-15 и скоростными монопланами И-16, по боевым качествам лучшими в мире. Эти машины разработал король истребителей Николай Поликарпов. В небе Испании советские самолеты встретились с новым немецким истребителем БФ-109. Конструктор Вильям Мессершмитт создал его в 1935 году. Этот цельнометаллический самолет вобрал в себя все технические новинки своего времени. Машина имела совершенные аэродинамические формы благодаря применению двигателя водяного охлаждения, закрытой кабины, убирающегося шасси. Немецкий истребитель летал выше и быстрее, чем И-16, не говоря уже о бипланах И-15. В Советском Союзе оценили высокий боевой потенциал 109-го, но быстрый и адекватный ответ дать не смогли. Новый истребитель Поликарпова И-180 мог бы стать достойным соперником Мессера. Конструктивно он повторял основную схему И-16, но имел более мощный двигатель и пушечное вооружение. Однако в декабре 1938 года произошла катастрофа первого опытного И-180. Погиб летчик-испытатель Валерий Чкалов. Это трагическое событие задержало работу над машиной. В итоге И-180 в серийное производство так и не пошел. В сложившихся обстоятельствах весной 1939 года советское руководство провело совещание в Кремле. Были приглашены военные, руководители предприятий авиапрома и ведущие авиаконструкторы. Среди них оказался опытный проектировщик, сотрудник ОКБ-301 Семен Лавочкин. Лавочкин Семен Алексеевич, авиаконструктор, член-корреспондент Академии наук СССР, генерал-майор инженерно-авиационной службы, лауреат государственной премии, дважды Герой социалистического труда. Годы жизни 1900-1960. Окончил Московское высшее техническое училище по специальности инженер-аэромеханик. Автор проектов поршневых и реактивных самолетов, зенитных, авиационных и крылатых ракет. Главный вопрос, который обсуждался на совещании – создание нового истребителя, своего рода антимессершмитта. В результате 12 конструкторских бюро получили задание на разработку такого самолета. Семен Лавочкин в содружестве с Владимиром Горбуновым и Михаилом Гудковым создал проект своей машины всего за одну неделю. В качестве силовой установки предлагался двигатель водяного охлаждения. Другой особенностью машины был материал, из которого она строилась. Конструкторы ОКБ-301 хорошо знали возможности авиационной промышленности Советского Союза. Поэтому они решили сделать свой самолет цельнодеревянным. Современный истребитель из березы и сосны. История мировой авиации такого примера еще не знала. Использование древесины в качестве конструкционного материала для авиации к началу 40-х годов считалось анахронизмом. В Советском Союзе, тем не менее, дерево продолжали использовать. Сказывалась нехватка крылатого металла – дюралюминия. По этой причине все предвоенные советские истребители имели смешанную металло-деревянную конструкцию. Истребитель КБ Лавочкина, который получил рабочий индекс И-301, на этом фоне выделялся особо. Силовые элементы его корпуса выполнялись не из металла, как на Яках или Мигах, а из так называемой дельта-древесины.
Этот материал представлял собой березовый шпон, спрессованный в несколько слоев и пропитанный фенольными смолами. Его достоинство – дешевизна и прочность. Помимо этого, дельта-древесина почти не горела. Не доверяя утверждениям Семена Лавочкина о том, что дельта-древесина прочна и не горит, Сталин решил убедиться в этом лично. На совещании в кабинет вождя конструктор пришел с образцом материала. Сталин вначале попытался поджечь кусок дельта-древесины, а затем проверил ее на прочность перочинным ножом. Прессованная березовая фанера вождю не поддалась. Опытный экземпляр истребителя был готов 30 марта 1940 года. К первому полету машину готовили очень тщательно. Поверхности были отполированы и покрыты лаком вишневого цвета. Кто-то из аэродромных острословов немедленно прозвал И-301 «Роялем». Летчик-испытатель Алексей Никашин поднял машину в воздух. Истребитель оказался хорошо управляемым и устойчивым в полете. Особенно отмечалось, что по своим пилотажным качествам самолет доступен летчикам средней и низкой квалификации. Первое впечатление, когда я его увидел, я поражен был его аэродинамической формой. Исключительно обтекаемый самолет, планер самолета, с идеальными линиями стыковки крыла к фюзеляжу. Вот такое впечатление, как будто эта машина зализана, отполирована. Ну и, естественно, конечно, мы сразу поинтересовались, а какая скорость у него. Ну, летчики нам сказали, что скорость до 600 километров. По результатам государственных испытаний И-301 рекомендовали к запуску в серию. В ноябре 1940 года машина получила официальное обозначение «ЛАГ-1». За ее создание конструкторы были удостоены сталинской премии первой степени. ЛАГ-1 – многоцелевой истребитель. Длина – 8,8 метра. Размах крыльев – 9,8 метра. Максимальная взлетная масса – 2970 килограммов. Силовая установка – двигатель М105П мощностью 1050 лошадиных сил. Практический потолок – 9600 метров. Практическая дальность – 556 километров. Вооружение. Одна пушка калибра 23 мм, два пулемета калибра 12,7 мм, два пулемета калибра 7,62 мм. По требованию военных, на серийном варианте истребителя установили два дополнительных бензобака в крыльях. Эта машина получила индекс ЛАГ-3. Дальность его полета увеличилась до 1100 километров, что позволяло сопровождать бомбардировщики. Но потяжелевшая машина потеряла скорость и маневренность. Производство «Лагга» началось в конце 1940 года на четырех авиационных заводах. До начала Великой Отечественной войны удалось выпустить 322 самолета. Освоение истребителя в строевых частях шло медленно. В первую очередь из-за технических проблем серийных самолетов. Причиной была недоведенность конструкции из-за крайней спешки при запуске самолета в серию. Сразу же возникли проблемы с качеством. Слабым местом, конечно, этого самолета было то, что складывались стойки шасси во время стоянки. Падало давление в системе гидроусилителей, и, естественно, вес не удерживался, и шасси складывались. Потом этот конструктивный дефект этот был устранен, но интересная пословица была, конечно, тут это не... Я не хочу отнести это к характеристике самолета, но вот такая бытовала прибауточка у летчиков.
Девки, плюньте на ногу, я летаю на лагу. Лах в полете шик и блеск, на посадке шум и треск. Начало Великой Отечественной истребители Лавочкина встретили далеко от линии фронта, во внутренних военных округах. Вскоре авиаполки, вооруженные лаггами, были переброшены в зону боевых действий. Летчики, которые воевали на этих машинах, особенно отличились на Южном и Западном фронтах. Они прикрывали Днепровские переправы, отражали налеты вражеских бомбардировщиков на Москву. В состав 6-го истребительного корпуса ПВО, который защищал столицу, входило два полка лаггов. Мощное вооружение позволяло им сбивать немецкие бомбовозы одним залпом. Самолет оказался очень прочным и живучим. Если и 16-е, и 15-е при попадании даже пули от пулемета выпущенного противником, и обшивка мгновенно воспламенялась, то этот поджечь было трудно. Это был огнеупорный самолет. Даже были случаи, летчики возвращались с боевого задания с одним решетом на крыльях. И садились, и нормально было. Высокая живучесть и сильное вооружение лагов позволили использовать эти истребители для штурмовки наземных целей. Машины дополнительно оборудовались бомбодержателями и направляющими для реактивных снарядов. На исходе первого года войны стало ясно – истребитель нуждается в совершенствовании. Большая масса и низкая маневренность не позволяют ему вести активный наступательный бой. В 1942 году Семен Лавочкин на основе конструкции «Лага» создал новую машину – истребитель «Ла-5». Рассказ о нем в следующем фильме «Оружие».